Приветствую всех на канале «Корейская кухня. Проще простого». Сегодня готовим салат из цветной капусты и брокколи. Что нам для этого понадобится? Цветная капуста, брокколи, огурцы, сладкий перец, чеснок, укроп, сахар, соль, уксусная эссенция, растительное масло и черный перец. Цветную капусту и брокколи разделяем на соцветия. Мелкие соцветия оставляем целыми. Большие разделяем на две и на четвертинки. Огурцы режем вдоль, затем наискось на ломтики. Шириной примерно в 1 сантиметр. Сладкий перец режем соломкой. Укроп режем мелко. Чеснок нарезаем мелким кубиком или натираем на мелкой терке. В нарезанные овощи насыпаем 1 столовую ложку соли. 1,5 столовые ложки сахара. Все хорошенько перемешиваем. И оставляем на полчаса, для того, чтобы овощи дали сок. За это время их нужно будет еще 1-2 раза перемешать. Цветную капусту и брокколи нужно пробланшировать. В кипящую воду закладываем сначала цветную капусту. Варим 1 минуту. Через 1 минуту закладываем брокколи. Варим еще ровно 2 минуты. Прошло 2 минуты. Выключаем огонь. Все содержимое кастрюли выливаем на дуршлаг и под холодной проточной водой полностью охлаждаем капусту. Даем воде стечь, а пока приготовим заправку. Овощи просолились, выделился сок. Теперь к ним добавляем 1/2 чайной ложки черного перца, 3 или 4 столовые ложки растительного масла и 1/2 столовой ложки уксусной эссенции. Все хорошенько перемешиваем. Теперь выкладываем в миску цветную капусту и брокколи и все аккуратно перемешиваем. Салат из цветной капусты и брокколи готов. Ставим посуду с салатом в холодильник на 2 часа, для того, чтобы все овощи хорошенько промариновались. За это время салат нужно будет 2 раза перемешать. После этого салат можно подавать к столу.